собираем грибы около в нескольких километрах от Крутушки. Пока только один подберезовик. А здесь я нашел сыроежки. Вот они. Среди листьев тяжело их найти. Вообще любые грибы. Вот они тут. Молоденький. Вот еще гриб. Червивый. Вот старый. Вот этот хороший. Они под листьями. Вот тоже хорошая сыроежка. Под листьями трудно найти. Мухоморов много, а съедобных грибов мало. Вот в посадки сходить, посмотреть. Вот это вот что за грибы? Не знаю, что это за гриб, но какой-то гриб. Сейчас на поле выйдем. И посадки проверим. В посадках могут быть подберезовики. Так, вот как раз. Березовая посадка. Среди листвы еще трудно находить грибы. Так, куда это мы вышли? Перелетает, уже улетела.
Ну, сейчас вот эту посадку проверим. Могут попасться подберезовики. А могут и не попасться. Попался в лесу вот такой пони. Не знаю, зачем сюда его привели. Привезли игрушку такую. Вроде не поломанная. Привели и оставили. Так, ну вот. Все, что мне попадаются, это вот такие вот грибы, сыроежка. Ну, это вот возьму сыроежки. Больше ничего нет. Ну, не считая мухоморов. Очень много мухоморов. А подберезовиков нет. Хотя лес-то такой, что подберезовики-то должны быть. Березы же кругом. Вот мухоморы. Да, не густо, не густо. Вот мухомор. Вот мухомор. Мухомор. В 2018 году вот в этой вот роще мы собрали подберезовики. Это было 3 года назад. А в этом году нет. В этом году вместо подберезовиков выросли тут мухоморы. Так, ладно, пойдем в другой лес. Вот тут через дорогу сосняк, а там тоже березы. В сосняке-то ничего нет, а вот в березняке могут быть подберезовики. Правда, пока не везет. Попались грибы. Думал, опята. Но не уверен, что это опята. Вот они. Поэтому брать не буду. Поэтому брать не буду. Вот наш улов. Ходим уже почти 2 часа. Да, еще нашли
чешуйчатку. Вот такой гриб. Большой один. И маленький. Золотистая, по-моему, она называется. Чешуйчатка. На пне росла. Так, больше грибов нет. Вот еще тоже какая-то поганка. Подберезовиков нет. Подберезовиков нет. Только вот попадаются сыроежки. Вот она тоже здесь. Под листьями они. Под листьями трудно заметить. Вот. Это старые. Вот еще. Сыроежка хорошая. Вот еще. Вот они. Вот еще. Все сыроежки. Вот они. Целой семейкой живут. Ну вот. Хоть пол ведерка будет. Так, идем дальше. На озере висит тарзанка. Рядом с рекой казанка. Я бы попрыгал. Летом надо сюда приехать. Разгоняешься на этой тарзанке. И туда плюхаешься в воду. Там, наверное, глубоко. Вот что удалось собрать за 2 часа. Меньше половины ведра. Здесь в основном сыроежки или синявки. Попался один козляк, вот такой, который мы на высокой горе собирали. Такой большой гриб, это чешуйчатка. Там еще маленькие чешуйчатки есть. И один единственный подберезовик. Это маленькая чешуйчатка.
А это вот подберезок. Один подберезовик, все остальное сыроежки. И вот такой большой гриб. Вот и весь улов, что в этом году в лесу около Крутушки. Подберезовиков нет, зато очень много мухоморов. Вот так вот закончился поход в лес за грибами в районе Крутушка. Все фотографии и отчеты можно посмотреть и почитать на моем сайте.